В поселке Калашниково Тверской области открыли новый детский сад. Здание на 110 мест построено по национальному проекту «Демография». В учреждении предусмотрена группа для малышей от 2 месяцев. Подробнее в нашем следующем материале. В новом детском саду оборудовано 5 групповых комнат. У каждой имеется своя игровая площадка. Обустроены раздевалки, санитарные комнаты, также есть логопедический кабинет. Все условия пребывания детей соответствуют современным требованиям. В учреждении есть группа, предназначенная для малышей от 2 месяцев, в которой находится пеленальный столик, манеж со специальными игрушками. Построенный корпус входит в структуру действующего детского сада «Светлячок». Ввод здания позволил создать дополнительно 60 мест для детей до 3 лет. Новый детский сад. Новое светлое здание, которое примет 110 ребятишек в свои стены. Для этого нужна была большая работа правительства Тверской области, администрации района, всех тех, кто строил это дошкольное учреждение и создавал современные условия. 2 сентября новый детский сад посещал Игорь Руденя. При осмотре учреждения губернатор особое внимание обращал на качество проведенных строительных работ, создание условий для комфортного пребывания детей в группах и других помещениях. Этот проект, который дальше мы планируем использовать на территории Тверского региона, представительство детских садов, поэтому сегодня на этом детском саде мы отрабатываем все необходимые технологические тонкости, детали. «Светлячок» – самый крупный детский сад в Лихославльском районе. Его посещают более 200 воспитанников из Калашникова и близлежащих деревень. До ввода в эксплуатацию нового здания учреждение располагалось в 2 старых корпусах, а в групповых помещениях не были предусмотрены отдельные комнаты для спален. Мы очень рады открытию нового сада. Разница очень большая. Во-первых, в новом саду у нас отдельная спальня, очень большая группа, очень хорошо оснащена новыми игрушками, большое количество, все по федеральным государственным образовательным стандартам. Кроме того, благодаря вводу нового детского сада создано 15 новых рабочих мест. По национальному проекту «Демография» в Тверской области также строятся детские сады на 100 и 150 мест соответственно. В тверских микрорайонах «Южный» и «Юность».